And I'm just gonna, hi Vic, nice to see you. And I'll be speaking in Russian because Russian is still my first language, and I receive my revelations in Russian, and then I have to translate them. And I lose a lot of, I think, a lot of information is lost in between in translation. So I'm like, I apologize for those who speaks just like English and nothing else. So you got 7 people watching him around. Переключаюсь. То местописание, которое я выставил, да, которое зацепило мое сердце. Опять же, когда мы говорили, как Бог говорит с нами. Многообразно, по-разному Бог говорит, очень-очень-очень по-разному. Главное, чтобы у нас было открытое сердце его слушать и понимать. Чтобы понимать язык Духа, язык Бога, как он говорит, нужно обязательно пребывать в Слове, в Писании. Потому что много есть слухов, всяких голосов, которые говорят нам, и очень легко запутаться и поверить какой-то неправде. Поэтому всегда Рема always based on Logos. Рема сама по себе, это дьявол тоже может цитировать места Писания, и он это делал самому Господу. Дьявол приходит в пустыне к Иисусу, говорит, а написано. А Иисус говорит, а я знаю, что написано. Я тебе тоже говорю, вот как написано. То есть нужно всегда понимать, когда Бог обращается к нам, знать, что Он говорит. Я буду потом отвечать на вопросы, потому что люди писали вопросы. Можете написать здесь в комментариях еще раз свои вопросы о крещении Святым Духом. Потом вопрос был Bible App, какой я пользуюсь, и все остальные. Но как это утро, да, у меня не получилось за 0,1 секунды получить какое-то предложение или какое-то слово от Бога. Я проснулся из-за того, что я проснулся, я просто посмотрел на часы, я имею такую привычку. То есть, когда ты человек привыкает, ты должен понять, как говорит Бог, и ты, мы являемся пророками, священниками перед Богом. Мы должны всегда открыто его слышать. И когда Бог говорит или дает какое-то слово, или дает какое-то видение, нужно обязательно записать. Эвелин, I will ask you to be quiet. Обязательно нужно записать. И не только само слово, но что его окружает. Иногда оно приходит даже с запахом. Ты можешь слышать, с вкусом. Вот недавно у меня было со вкусом. Я вообще так удивился, я потом восхищался просто этим. И записываешь, какие-то там цвета ты видишь, цифры какие-то ты видишь, ты от этого проснулся, запиши, ты лучше поймешь откровение, которое ты получил, потому что Бог многообразно сразу говорит, поэтому хорошо, когда ты открыт. Но я проснулся в это утро в 5:05 и думаю, ну что там, я так рано не встаю, думаю, какое слово Господь хочет проговорить ко мне, но я ничего не слышу. Я начал просто, имею такую привычку уже. Я сразу начинаю смотреть Библию, и что написано в такой главе, в таком стихе, по которой попадают часы, да, там, которые попадают. Я пролистал всю Библию, от Откровения до Бытия. И вот я остановился на, остановился на 50-м псалме. Немного об этом псалме. 50-й псалом и 31-й псалом – это псалмы покаяния Давида. После того, когда он согрешил, когда он вошел к Версавии, как он убил ее мужа, это было покаяние Давида. Но что интересно, что если, о чем он говорит в этом стихе, да, 5-й, возьмите блокнотики, будете записывать места Писания, которые я буду говорить. Можете, если вам это интересно, можете для себя это проработать. Но мне кажется, это очень хорошая тема именно для сестер, для девчонок. 50-й псалом, 5-й стих. Ибо беззаконие мои личные беззакония, то, что он уже натворил, да, я сознаю. И грех мой всегда предо мной. Он видит это перед собой. Потому что он еще ищет этого покаяния. Он ищет, чтобы Бог простил его. Потом он говорит, тебе единому, Бог, я согрешил. Лукавое пред очами твоими сделал. Он уже не смотрит на себя и на свой грех, который перед его глазами стоит, грех, который мешает ему, который мешает ему общаться с Богом. Грех стал преградой между человеком и Богом. Но что делает Давид? Он говорит, я грех свой понимаю, он всегда предо мной, но я к тебе поднимаю глаза. Уф! Говорит, тебе единому я согрешил. И лукаво пред твоими очами я сделал. Не то, что пред моими глазами, а что пред Божьими глазами. Так что ты праведен,
приговоре твоем и чист в суде твоем. Он говорит, не то, что я делаю, Бог, какой твой взгляд на меня, как ты смотришь на меня, говорит, и твой приговор, он праведен по отношению ко мне. И вот он говорит, 7 стих, вот в беззаконии зачат я, и во грехе родила меня мать моя. Это тот стих, который я выделил, да? И 8 стих, это вообще звучит, как будто обращение уже Бога к Давиду. Говорит, вот ты возлюбил истину в сердце, и внутренность моя явит мне мудрость. Что ты начал больше искать? То, что ты и получаешь. Итак, есть мнение, и оно довольно имеет такое твердое основание под собой, считать, что Давид был рожден как бы внебрачным ребенком в семье его родителей. Как будто мама его где-то нашла. Но давайте мы посмотрим глубже в этом местописании. Там же я на Инстаграме выставлял предположение, почему так считают. Потому что дом Иессея был в пренебрежении в Израиле. И Давид был пастухом. Его даже не посчитали на динер позвать, да, когда пророк пришел. То есть это обязан он там быть, но его как за сына даже не посчитали. Поэтому отношение даже его братьев, говорят, ты глупый, ты там недалекий, там, они его считали каким-то отдельным экземпляром, но не частью семьи. Когда мы возвращаемся в Бытие, в самое начало Библии, там есть история двух братьев. И это судьба Иосифа и Иуды. Если вы запишите для себя, это Бытие, 37 глава, 38 и 39. В 37 главе написано о чистоте Иосифа. Как он был любимым сыном своего отца. И он доносил плохие слухи за своих братьев к отцу. То есть у него было отношение с отцом, а у братьев нет. У братьев были отношения, которые были настроены на собственной выгоде. Что же мы можем получить от нашего отца? Вот мы пасем его овец, но кто-то из нас будет первым, кто-то из нас будет хорошо получать, какой-то имеет выгоду. Но между вот этой историей Иосифа есть некрасивая история Иуды. 38 глава. Это как Иуда. Вообще у Иуды была проблема с сексом, проблема с интимными отношениями. Он был запутан в этом. И причину мы тоже, я вам скажу, какая была причина этого. То есть что он даже сделал, Иуда? Он переспал с наложницей своего отца. То есть у него stepbrothers, да? И он с их мамой переспал. И он с ними дальше ходит, там овечек пасет. То есть запутанные отношения и здравый смысл человека. Что он потом делает? Он выходит из семьи, отделяется, идет жить отдельно и вступает в отношения с хананеянкой, которая не являлась частью ихнего дома. То есть он приступает к Божьей воле по отношению к нему. И автоматически выключает себя из линии принести мессию в мир. То есть 39 глава Бытие говорит о чистоте Иосифа. Помните, когда эта история была, когда жена Потифара приставала к Иосифу? А он сказал, нет, я господин в этом доме, Бог, он мне все дал. Я как бы царь-дворец, да, во всему доме могу. Но тебя мне не давали вообще. Я не могу ничего тебе сделать. Я боюсь Бога, боюсь своего господина, и такого никогда не сделаю. И вот между 7 и 39 главой Бытия истории чистоты и жизни Иосифа посередине стоит история Иуды. Давайте мы посмотрим, почему это произошло. В Бытие тоже, читая эту историю, мы узнаем, что Иаков, когда он обманул своего брата Исава, украл у него первородство, он убегает к Лавану, к дядьке своему. И все дети Иакова рождаются в Харане, там, где жил Лаван. Но мы читаем, когда родился Иосиф, то Иаков сказал, мы собираемся и уходим. То есть детство, которое было у Иуды, отличалось от детства, которое было у Иосифа. Иуда вырос, он был четвертым сыном у своего отца и был таким мощным парнем. И когда он жил среди обмана,
когда Иаков обманщик, когда Лаван обманывает его постоянно, меняет ему все награды, перекручивает его. Он вырос среди обмана, он не видел истинных отношений. Когда люди что-то говорят в лицо и улыбаются, он знал, что что-то все равно обдурят, все равно же обманят. И вырос в этом человек, это его детство. Он был пропитан этим. Поэтому он был настолько растерян и не знал, что он делает. И Иосиф же, он когда родился, Яков вышел оттуда, из этих отношений. Он сказал, это период, когда Яков перестал быть обманщиком. Этот период заканчивается Яков и начинается Израиль. И сегодня сестра Энна, да, она тоже выставила хорошие вещи на Инстаграме, на своей сторис. Я написал ей текст-месседж такой. Что когда Яков боролся с Богом, это так же самое, как я боролся с Богом у себя в клазете, да, в тайной комнате своей. Я говорил, Господи, благослови меня, благослови меня, благослови меня. И ты борешься за свое благословение, ты хочешь этого благословения. А Бог говорит, как? Якова я благословить не могу. Я могу дать тебе новое имя, которое сможет держать помазание, которое я буду наливать. Твое имя не Яков. Я не Якова благословляю. Я благословляю Израиля. И ты там будешь кандыбать, но ты будешь под помазанием, потому что Бог дал тебе имя при встрече с Ним. Он дает тебе обновленный разум и имя. Ты уже не обманщик. Бог обмана не благословляет. Бог благословляет Израиля. И потом ты будешь идти и иметь эти благословения. Давайте я посмотрю, может, у меня окно. Если мы посмотрим вообще через всю Библию, мы увидим две линии, которые проходят через всю Библию. Это родословная первородных людей, кто первым родился в семье, и линия Мессии, или по-другому, это, как говорится, с Бытия 3.15 где-то начинается. Это линия семени ее. То есть родословная самого Иисуса Христа. Мы можем вспомнить, как Авраам, у Авраама было два сына в начале. Измаил и потом Яков. И потом еще были еще у него дети. Но не Измаил получил первенство, а Яков. Если мы посмотрим в Библию, вы проследите это, то вы заметите, что очень редко, когда старший получал первородство. Так само и с историей сыновей Иакова. Рувим был первым. О, я, наверное, ошибочку сделал. Это не Иуда переспал с наложницами своего отца, с Валой. Это Рувим сделал. Да-да-да-да-да, это не, я извиняюсь, это сделал Рувим, поэтому он потерял свое первородство. Потом Леви и Семью, они пошли, вырубали весь там народ, израильский город Сихем. Помните, когда они сказали, сделайте обрезание, мы вам тогда свою дочку или сестру Дину отдадим замужество, и весь мужской пол был обрезан, они пошли вдвоем и вырезали всех. Яков говорит, я не могу вам дать первородство. Мы его потеряли. Здесь приходит Иуда. Говорит, ну Иуда тоже теряет свое первородство. И кому дать это первородство? И знаете, кто получил первородство? Иосиф. Он был первым сыном, но он был первым сыном Рахили. Не Лии, а Рахили. Но он не был старшим. Но он был человеком с чистым сердцем. Он был человеком, который уже жил с другим, с Израилем. Он жил с отцом, который был другой. Он уже перестал быть в рабстве и обмане. Он был человек, который уже был с Израилем. Человек, который побеждающий. И как бы, о чем этот один стих повел меня на 6 часов рассуждений? Перешло это первородство от Рувима к Иосифу. Это в Паралипоменон написано, можете найти. Через всю Библию проходят эти родословные. И знаете, что интересно, что я так проверяю эти линии. Вы, может, тоже заметили, когда вы смотрите в Матфея и в Луки, две разных родословных Иисуса Христа. Вы знаете, почему они разные? Потому что всегда идет две линии первородства и линия Мессии. Если у Матфея стоит родословная Иосифа, из царская линия всех царей, то у Марии
хотя она тоже является, Иуда является отцом Иосифа и Марии. Но идет другая родословная, родословная семени ее, линия Мессии. А какой же матери говорит в 50-м псалме? Что у него за судьба? И заметьте, Давид был из колена Иудина, является отцом обоих родителей Иисуса. Его так часто и называли сын Давидов. Все, что было до Иисуса, остановилось на нем. И вообще я назвал эту программу «Покаяние и освобождение от проклятия». Все, что было до Иисуса Христа, на нем остановилось. Он понес это все проклятие. Его убили, его предали. Он понес эти предательства на себе. Он понес грех мира на себе. И проклятие наше взял на себя. Смотрите. В 49 главе Бытия, уже перед своей смертью, Иаков, благословляя своих детей, сказал: «Иуда, тебя восхвалят...» 49.8. Бытие 49.8. «Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего». Молодой лев с добычи сыной поднимается. И он говорит, 10 стих: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». То есть Яков, благословляя своего сына Иуду, пророчески говорит об Иисусе Христе, что из Иуда, из тебя произойдет царь и придет примиритель. Поэтому у нас Иисус Христос является и царем, потому что он родился из линии царя. И Мария и Иосиф из линии царя. Поэтому он и царь царей. Потому что Иосиф царская линия и Мария царская линия. И Иисус царь царей. И он является примирителем и помазанником Христом. Но давайте посмотрим тогда чуть-чуть, кто такой Иуда. Как он заработал такое благословение. Откуда на него на голову свалилось такое благословение? Что он сделал, чтобы удостоиться такой чести? И это мы читаем как раз в Бытие 38 главе. Я думаю, если вы знаете эту историю, чтобы я ее не повторял. Да, Мария тоже царская линия. Кстати, родословная идет одинаковая до царя Соломона. После Соломона они уже расходятся. Смотрите, что делает Бог. Бог делает чудесные вещи. Если вы думаете, дьявол такой обманщик, и он там может так перекрутить, обмануть, Бога не обманешь. Это Бог обманул дьявола. Потому что он пустил царскую линию, и дьявол всегда убивал всякого царя. Он его свращал на какой-то грех. Цари были постоянно, говорит, ужасными царями. Там единицы праведных царей. Все были извращенными. А Бог взял, и после Соломона был Нафан. И он его повел другой линией. И Иисус Христос родился от Марии, а не от Иосифа. Правда? Поэтому дьявол преследовал линию Иосифа. И он бомбил всех мужиков, он бомбил всех царей. Не давал им, он их спрощал в грех. Делал их неспособными родить в себе Христа или принести семя. А Бог взял, провел другую линию рядом. И родился Иисус Христос от Марии. 38 глава Бытия. Как же Иосиф, Иуда удостоился такой чести, чтобы от него произошел спаситель мира, царь царей. А у него было три сына. И заметьте, помните, я говорил, что Иуда ушел от своих родителей и пошел жить с хананеянкой. Кстати, ее имя даже не упоминается в Библии. По причине того, что она не была из израильского народа. И он автоматически стал человеком, неспособным принести в мир Спасителя. То есть его линию он как бы обрубал. Дьявол поймал его за грех. Он его раз и связал этим грехом, блуда. Каким образом? У него было три сына. И первый на них женился на израильтянке. Хотя это не говорится в Библии, но имеется такое предположение. Тамара, она была израильтянка. А он отдает своего сына за нее. Но умер он. Богу был не понравился, Бог его убил, да. Другой сын не хотел дать ей детей. Тоже умертвил его Бог. А третий был еще маленький.
Ну, как бы ему с бабушкой жить? И Иуда посмотрел, говорит, ну, как-то сына жалко. Говорит, сиди у себя дома, пока сын не вырастет. Но она сидела дома, пока сын уже вырос. А говорит, она замуж за него не выходит. И что она делает? Покажите там запись, если вы знаете эту историю, чтобы я ее просто не рассказывал. Если вы знаете историю 38 главы, что происходит там, чтобы мне не рассказывать всю эту историю. Знаете, нет? И берет эта невестка Иуды, переодевается в блудницу, садится возле города, и пока Иуда и шел стричь овец, он... Вообще этот праздник стрижения овец сопровождался очень блудными вещами. Люди напивались, гуляли, и развращенные, короче, в этом смысле. И Иуда уже и шел с таким намерением, он уже знал, что там будет гулянка, там будем гулять. Тем более он живет среди таких народов, он не жил со своим отцом. И тут он увидел эту Фомарь. Она накрыла себе лицо, она сняла свои вдовские одежды, оделась по-другому, накрыла себе лицо. И уже наш Иуда идет и попался. Он с ней переспал, дал ей там свои вещи, как бы завдаток, говорит, а потом ягненка тебе принесу. Заметьте, ягненка. И заметьте, что был какой обмен. Трость и печать на ягненка. Иисус Христос пришел, был агнцем, был положен за нас и забрал власть и печать и ключи ада и смерти. Он имеет теперь главные ключи. Но это опять же, это если дальше глубже идти. Но потом прошло 38 глава, 24 стих. Прошло около 3 месяца и сказали Иуде, вот Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Ну, но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала, узнай, чья это печать, и повязка, и трость. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ей сына своего. И не познавал ее более. Секундочку. Во время родов оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука одного. Повивальная бабка навязала ему на руку красную нить, сказав, этот первым вышел. Но он возвратил свою руку, и вот вышел брат его. И она сказала, как ты расторг себе преграду? Я вообще не представляю, как это произошло. Два ребенка одновременно. И нарекли ему имя Фарес. И потом вышел брат его с красной нитью на руках. И наречено имя ему Зара. Хочу, чтобы вы еще раз обратили внимание, что делает Бог. Иуда стал неспособным. Хотя есть пророческое слово. Из тебя, Иуда. И дьявол слышит это пророческое слово. Он говорит, о, Иуда, да? А он раз его свел с какой-то с ханиянкой. Все, говорит, Иуда уже не может. А Бог говорит, я вот их сыновей умерщвляю, открываю пути Фомарь через Фомарь, которая является частью Израиля. Приходит в мир двойня. Кто из них будет линией? Какой линией кто из них будет? Руку показал, повязку навязали. Он руку возвратил, другой вышел. И дьявол сидит и думает, так кого же теперь из них я должен преследовать? Дьявол-то будущего не знает. Будущее знает только Бог. В родословной Иисуса есть 3 женщины. И можете посмотреть, что у Матфея, что у Луки. Я извиняюсь, меня так кашель задавливает сухой этот. В родословной Иисуса 3 женщины, 2 из которых имели грязное прошлое. Они были Раав, блудница, и вторая это была вот эта вот Фомарь, которая таким путем завоевала как бы расположение своего тестя и родила ребенка. Она хотела детей. И была третья, это хорошенькая Руфь. Но все эти были 3 женщины, заметьте, их имена упоминаются.
Если первая жена Иуды, не, даже имя не упоминается, то здесь упоминаются их имена. Руфь, она была хорошая, добрая, да, но она была не из израильского народа. Она была моавитянка и никогда по закону Моисея не могла быть частью Израиля. Просто нельзя. Но из-за ее любви, к Богу, она стала не просто еврейкой, да? Она стала бабушкой царя Давида. И, соответственно, даже самого Иисуса Христа. Так посмотрите теперь. Раав, блудница. Фомарь, тоже что-то натворила непонятно. Иуда, что-то, какой Иуда? А Бог дает ему слова, из тебя я могу что-то сделать. Даже если ты такой испорченный. Если ты обратишься ко мне, я могу что-то из тебя сделать. И не просто что-то, а из тебя я произведу царя царей. Поэтому не так важно, какое было прошлое у этих людей. Когда ты приходишь к Иисусу Христу, на нем заканчивается все проклятия. На нем заканчивается всякий грех. Поэтому хорошо, когда мы обращаемся к Богу и не смотрим, как Давид. Грех мой всегда предо мною. Что мне делать? Можете для сравнения почитать 31-й псалом и 50-й псалом. И сравните разницу. Когда он в 50-м говорит, я к Богу буду обращаться. Я устал. А в 31-м он пишет, у меня кости гниют, у меня я вообще иссох весь, я такой, я не знаю, я ничему не радый. Это то, что доводит тебя, если ты не обращаешься к Богу. Когда грех пред тобой, и ты на него всегда смотришь, он тебя насколько порабощает. Но Давид в 50-м псалме говорит, я поднял свои взоры к Богу, сказал, пред тобой я согрешил, пред глазами твоими я сделал что-то неправильно, прости меня. И Бог прощает его. Смотрите, интересно, почему, обращаясь опять к этому первому стиху, с которого мы всю эту тему начали. Это 50-й псалом. Yes, exactly. На нем остановилось. Он пригвоздил проклятие греха. И закон греха пригвоздил к Христу. Это наш царь царей. 50-й псалом, 7 стих, Давид пишет. Вот я в беззаконии зачат. И в грехе родила меня мать моя. О какой матери он говорит? Он говорит о Фамаре. Почему? По закону, человек, который рожден от блуда, не может быть частью до 10-го рода Израиля. Поэтому и семья Давида, или дом Иессея, был в пренебрежении. Потому что к ним относились по-другому. Вы дети блуда. А это очень низко в Израиле. Это не просто сидеть на задней лавочке и это все. Это на 10 поколений. Этот момент, когда наши мозги сейчас будут кипеть. Откройте Руфь, 4 главу. Вернитесь. Открыли? Руфь, 4 глава. Последние стихи. Последних раз, 2, 3, 4, 5 стихов. И посмотрите, почему-то именно подчеркивается это родословное. От Фареса, который родился от блуда, от Фамари и Иуды. Помните эту историю, которую мы читали, 38 глава Бытия? А теперь посчитаем. Фарес родил Есрома. То есть Фарес — это первый человек блуда, родился от блуда. Фарес, Есром, Арам, Аминадава, Насона, Салмона, Лаоза, Авида, Иисея, Давида. Давид – 10-е поколение. Поэтому он сказал, вот это все заканчивается. На мне заканчиваются все проклятия. Да, у нас род был интересный. Да, мой проотец Иуда был какой-то странный. Да, у него были проблемы. Ну и Раав, блудница в родословии Иисуса Христа, и Фомарь упоминается в Библии.
Но Господь не посмотрел на их прошлое. Сказал, я прощаю тебя. I feel God right now. Давид сказал, я не буду смотреть на грех, который передо мной. Я буду смотреть на Господа. Буду смотреть на Господа. Поэтому мое слово сегодня к вам. Не смотрите на себя, не смотрите на себя, вы разочаруетесь. Не смотрите на грех, он вас задавит. Поднимите глаза на Господа. Может быть, во грехе родила твоя мать тебя. Зачала как-то неправильно, родила неправильно. Останови это проклятие в своем роду. Чтобы оно дальше не пошло. Чтобы оно не распространилось. Господь есть царь царей. И он может использовать тебя. Он приготовил что-то очень сильное в твою жизнь. Не дай дьяволу обмануть тебя и сказать, ты недостоин, ты не можешь, посмотри на свое прошлое. Но посмотрите, что Господь мог сделать с каждым из них. Господь может сделать еще больше через тебя. Если ты не замкнешься в своем понимании, в самом себе, в своем непрощении, в непрощении самого себя, а обратись к Господу. У него милость. Быть человеком, в роду которого останавливается проклятие. Поэтому давайте еще раз прочитаем. Давайте еще раз прочитаем Псалом Давида, 57 стих. Вот я в беззаконии был зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возвел истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Даст нам Господь мудрость не смотреть на обстоятельства, на прошлое. Христос понес грех и проклятие греха на себе. Давайте, чем дальше мы пойдем отвечать на вопросы, давайте мы просто помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Отец, то, что Ты сделал, было невозможным. Никто не мог придумать, предсказать, но Ты сделал все, как Ты захотел. И Ты не посмотрел на наше ничтожество, на нашу греховность, на наше прошлое. А Ты полюбил нас и сказал, вы мои. Сегодня молюсь, Господь, не просто о прощении грехов. Я прошу, Господь, дабы всякое проклятие было разрушено во имя Иисуса Христа. В жизни каждого человека, чтобы внебрачные отношения не остановились в этом роду, они не распространялись дальше на детей наших. Чтобы это останавливалось, Господь. Мы разрушаем все дела дьявола, мы разрушаем планы дьявола в жизни нашей и наших детей во имя Иисуса Христа. Пусть Божий план совершится, пусть Его план совершится в жизни каждого из нас. Мы принимаем Тебя, Христос, как Царя Царей, как Господина нашей жизни, царствуй в нас. Да будет Тебе хвала и поклонение. Амин. Isn't God is so good? Когда пообщаешься с Его Словом, Он просто взрывает тебе мозги. И ты думаешь, хорошо, что это была не одна десятая секунды. Но когда ты посвящаешь время Господу, Он готов просто раскрывать тебе еще большие-большие горизонты. Поэтому всегда нужно читать Старый Завет, обязательно через Новый Завет. Если будете читать только Старый Завет сам по себе, он приведет вас к букве, к закону. Как и будете, как Давид, смотреть на грех и разочаровываться. Но нужно всегда смотреть через Новый Завет, Старый Завет. И будете получать вот такие вот примерно откровения. Пусть Бог благословит вас.